Всем здорово, дорогие друзья! С вами снова Доня, также Кустик, и сегодня мы играем в GTA 5 RP. Это, ребята, у нас Оникс. Здорово, пацаны, привет. Короче, остались на месте, просто стой на месте, пожалуйста. Давай, вот давай, это вот, такое? Вы этого циклопа вообще видите? Что с тобой, брат? Что с тобой? Ты как меня нажрал? Да не бей, да, ты че, сейчас мы с тобой просто откинемся и все. Ребят, короче, сегодня мы играем на Ониксе, и, друзья, сегодня у нас очень большие планы, потому что сегодня мы хотим устроить оффроуд проверку новых тачек, ребята, это получается у нас гелик, а также приора. Это две машины, которые покупал в прошлых роликах, и на самом деле, по поводу гелика, ну, я как бы заранее уверен, что он просто офигенный будет. От приора, да, ребята, приора прикольная тачка, но она, короче, переднеприводная, брат, я советую тебе просто да, пристегнуться, на X прожми. Кстати, точно, прожал. Да. Ребята, еще кое-что, пока мы едем, Притормози, бро, притормози, пока ты не разложился. Ребят, заходите на Оникс, нажимаете клавишу M, далее нажимаете раздел кабинет, промокод, и здесь вводите промокодик вот таким вот образом Дони. Потом использовать, ребята, и он дает вам плюшки на первом и на третьем уровнях. Короче, бро, поехали, мы с тобой доберемся до оффроуд поездок. В принципе, здесь ехать недалеко, и что такое здесь? Байк. Хочешь байк, кстати? Хочу. Подожди, а он как бы... Что, проверим? Получится ее как-то его взять или нет? Реально? Да? Серьезно? Слушай, можно... Не, давай лучше пересаживайся обратно на приора, но типа вот байк валялся, можно взять его. Вернись, возьми приора, потому что иначе она просто пропадет. Короче, ребята, мы сегодня сделаем проверку на оффроуд приора и гелика. А тачки очень прикольные, и вы пока в комментариях вот чисто напишите, что бы вы выбрали в реальной жизни. Взять себе прикольную, заряженную приору. Что там делаешь? Там же гелик. Это закрытая машина, бро. Тебя здесь ты не сможешь ее взять. Да, ты чё? Ты думал, так все просто? Все, поехали. Да. В принципе, здесь ехать недалеко до поездки на оффроуд. Поэтому, ребята, мы просто едем. А что такое гелик медленно-то, ёпта? А я газ-то не прожимаю, что, братан. Да, рассказываю. Короче, бобус, на самом деле. Нормально. А бобус? Что сказал ты? А бобус, говори, нормально, зашел. Нормально? Поехали. Так, здесь налево поворачивай сейчас осторожненько. Здесь на оффроуд мы сейчас заезжаем, так вот аккуратненько, видишь, все. И слышишь, брат! Давай-ка ты первый. Давай-ка ты первый, езжай, я понял тебя. Слушай, ну мне кажется, ты просто не выживешь, потому что там каньон. Ты какой каньон? Куда, налево? Прямо пока езжай просто. Просто прямо фига. Брат, ну что ты сейчас машину разложишь? Ты пристегнись, пожалуйста, а, слышишь? Что здесь бегают? Животные? Пума бегает, да. Я не знал, что на рейже вообще, типа, где-то бегают животные в лесу. Подожди. Ты куда делся? А ты где есть? Нашел. Какое сокровище? Не сбей меня! Я не забью тебя, что тут? Смотри, обувь нашел. Он нашел обувь! Вот это я понимаю, не зря день провел. Тут сумка с одеждой целая. Ну, реально? И что там? Да. И что там? Да, ткани свое ведро. В смысле? Что сделать? Я стоял вообще далеко от тебя. Теперь смотрим, что там. Что там? Фига, здесь кроссовок набрал. Какие ты кроссовок набрал? Где, покажи. Так, смотри, это первое. Тупо дед, короче, поняли, да? Дед так, кроссовки понабрал. Это первое? Так, это первое, допустим. Что еще есть? Слушай, у меня такое ощущение, что они все одинаковые. Они одинаковые, скорее всего. А, нет, тапочки, макасы, брат. Макасы, нормально. Тупо заехал в лес, макаса нашел, одел, понимаю. А вот это что такое у нас? Что еще, ну показывай, ну такие же. Куз заехал, видимо, из кого-то раздели, я куз это дело подобрал, как бы так понимаю. Как их-то теперь это, различать? Ну местами, обменяй просто и все, что-то. Короче, это выбросим. Во, макасы, пушка, а может кто-то сделал так, что просто не мог одеться по-нормальному, поэтому и выкинул. Ну джинсы это обычные самые, которые, да, по самому началу, которые даются. И решил. Эти? Не знаю, эти вроде бы тоже, да. А, да, это стандарт. А как курточка? Курточка? Какая курточка? У тебя ничего нету. Ну, там сейчас еще один. По-моему, то же самое. Ну, это все стандартное, да. Окей, ну неплохо, да. Куз доехал чисто в лес, приоделся, как бы. Теперь. Зачем я разбил стекло с вами гелики? Ладно, брокер, давай, ты будешь первый, езжай. Давай так. Ты главное не утони лишний раз, потому что очень опасно. Я такой гонщик. Ты такой гонщик, да. Во, бачком пошел. Нифига ты просто. Нормально. Капец тебя стрелы просто, типа брум-брум-брум-брум-брум. Да, сосиски жарить можно. Просто пайпа поставил, короче, и пошли отстрелы. Дядя, это моя приора, можешь ее, пожалуйста, не сломать? Это мой приора. Цели, ёпта! Куда ты? Ой, баклажан. По кайфу. Нарезной баклажан, реально. Смотри, как я бы нормально дал. Что там ты делаешь? Взял, уехал от меня. Понимаю, я просто уехал. На другой стороне жду тебя. Все, я тормози. На своем гелике.
Ну и что? Да, я на своем гелике, а ты что не... Ну да, ты на моей приоре. На моей приоре, ты не на своей приоре, брат. В горках дает нормально. Дает прям в горку, ничего себе. Да, на самом деле, как бы, ребят, но гелик-то полноприводный, просто я его как бы пытаюсь беречь. На этого колесах! Как ты пролагалась по жести, конечно, в дискорде, да-да, просто прям. Я на крышу. Да я вижу, блин. Проверка на оффроуд не пройдена, видимо, да, так понимаю. Короче, сейчас нам нужно проехать, знаешь, куда? Так что, короче, поехали, думаю, что вот сюда, да? А сейчас налево, и прямо просто по дороге езжай. Как раз здесь оффроуд получается у нас с тобой, поэтому можно ехать спокойненько. Вот, ну ты, Яма, там бачком заходишь, дядь, ты по там кайфу, это... переднеприводную хасанскую приору-то не сломай мне, пожалуйста, ладно? А то как да, бы... Да, езжу и так, жопа. Я на крыше был. Ну, ниже. Как бы, тем не менее, пока на ходу, понимаешь? Главное, не что снаружи, что внутри, поэтому внутри там как бы все целое. Не, поехали дальше. Хотя давай здесь, поехали здесь. Мы лучше пойдем, ребят, на чили. Да, она разворачивается очень быстро, поэтому... Так, поехали сейчас сюда, здесь, ну ты понял, пока... Ага. Да, брат. А ты что? Просто, понимаете, вот просто пусть слева, пусть справа, куст поехал посередине, в камень. Да нормально, да она не рулится, ты же не ездил на ней. Почему не ездил на ней, а ездил на ней? Морду подкидывает и не рулит. Морду подкидывает и не рулит, я все знаю, я как бы я ездил на ней. Давай ты вперед, проезжай, ага. Пошел. Куда пошел? Офигеть, гелик валит. Офигеть, гелик крутой. Мигаю. Ага, мигаешь ты. Ребят, ну гелик просто пушка. Здесь, короче, осторожненько, здесь сильно не гони. Пока прямо. И потом здесь направо можно. Да, здесь направо, видишь, вон. Путь направо идет, вот здесь направо. Ага, поворачивай. Направо, ты куда? Я дрифчу, ёпта. Давай, поехали. Здесь, короче, ну ты пока по дороге, я пойду здесь. А? Куда? Как что? Вы думаете, заеду, не заеду? Давай. Заедешь, не заедешь. Понимаю. Пока, до свидания. Подождите, стоямба. Ты думаешь, что, кто я... Первый, да? Давай. Два, кто первый раз заберется на чилет. А чё, почему бы нет? Ну я шлифую просто уже здесь. А я здесь пока на бочине еду, братан, поэтому да. А, нормально. Поэтому у тебя есть все шанс. Да могу как-то на колёс встать, алло! Гелик! Я не выйду, я уже шлифую. Ты не выйдешь, я помогу сейчас, подожди. Я просто на бочине еду, да хорош! Ну сколько? Можно-то ехать на бочине. Куда-нибудь уже, пожалуйста, перевернись. А где ты? Я тебя просто не вижу даже. Ты где-то проехал дальше уже или где? Не, ну я не знаю, тебя не видел. Вы, ну я типа... здесь же, где-то проехал около меня, вот я там и все. Ты где-то проехал дальше? Я выше. А, давай. Ты выше сюда? Давай, поехали, сейчас за кустом догоним его быстро. Да, приоры, наверное, так, у тебя типа в горку она шлифует или что? Ну, это передний привод, да, она просто буксует все время. А, ну понятно, тебя могу, конечно, подтолкнуть? У меня еще тут это, стекла нету справа. Стекла прям справа нет, серьезно? Что такое за... Так, нормально. Так, пытаюсь ехать. А, я вижу, вот. Мы в куста, в принципе, догнали, он там страдает, вижу. О, как ты там шлифуешь-то, а? Шлифун. По кайфу нормально. Конкретный шлифун, ребят. Так, ну, в принципе... Бачком дадим немножко. Бачком дадим? А, не, она не... А куда тут? Направо, наверное. Направо, да. Может, налево, конечно, там ты не проедешь, поэтому да. Нормально, брат, потолкну. Ты видишь, да не надо, бампер. Потолкну. Да какой бампер? Там ничего нет уже. В смысле нету, там есть. Бампер, ты в курсе, что бампера это как бы расходный материал? Куда ты? Куда ты? Тормози! А, да, тормози, говорю. Это спуск без тормозов, его. А почему гелик-то заваливается, блин? Я, конечно, все понимаю, но мы с тобой так и не заехали, брат. Ну ты как бы все, да, приору убил? А там, по идее, засейвился-то, нет? Где-то есть? Я засейвился, да, я выйду. Давай, сейчас я тебе помогу, брат, подожди, потормози. А зачем? Я сам выйду. Мимо деревьев осторожно проехали, неплохо. Так, ну давай, ты справишься, да? Не, давай толкаем. Давай направо, короче, вот в гору. А, чуть прямо. Два, здесь, короче, да. Она не рулит. Не рулит. Все, поехали. Да, давай. Нормально, поехали. Я в дерево. Я с тобой сейчас зачем-то поехал. Да блин, ну брат, ну мы что с тобой? Ну ты ёпара, ты взял с собой, как говорится, младшего брата на поездку важную. Давай здесь вот так вот все выравнивайся все, и по газам. Давай. Блин, ты типа дома меня отпустил. В дерево. И. Ну ты, короче, не заедешь, видимо, здесь. Давай немножко левее. Да ты что я на ней присоскальцевый. Короче, понятно, видимо, с приуроди совсем беда. Я на самом деле я не знаю, здесь правила сервака. Очень вопрос, типа, я как бы на гелике, по идее, оффроуд можно, а она вот на приоре может такие вещи делать или же нет? Вот идеально, здесь идеально заехать, смотри, поехали. Да. Все, поехали. Тупо младшего брата, ребята, спасаем на приоре. Скорость теряется сильно. Давай, по газам. Очень сильно, да. 20-20 еду. Давай, брат. Я тебя вытащу. О, не выйдем там. Выйдем, правее, бери немножко.
Нормально, там проедем. Давай. Идем. Куда ты выпрыгиваешь? А он, да, в принципе, выпрыгивает, садишься ко мне в машину и все. Нормально. Хорошо, идем. Гелик тащит, ребята, давай. Гелик просто вытаскивает так катку. Куда вытаскивает? 5 километров еду. Давай! Кажется, все. Не-не, давай еще правее. Бери немножко правее. У меня еще колеса лопнут просто, шины. Да какие тут грязь не лопнет, нормально все. 1 км скорость, идем, давай. Слушай, нормально. Гелик пошел, 2 скорость, 3 скорость, давай. 4, давай. Ребята, вытаскиваем приору из сложной жизненной ситуации. Минус лопнуло, что ли? Да, второй лопнул. Все реально? У меня не целое. Было. Оно все, видимо, да? Видимо, все. Было, да, лопнуло все. Сейчас у меня еще лопнет, конечно, я понял. Все, выходи, брат, выходи. Текай из приоры, брат. Торможу. Все, выходи, все. Все. Да, покатилась отсюда, она поехала сама. Все, прыгай ко мне, сейчас такая по-быстрому. Приора, к сожалению. Сейчас я открывайте. Ты как в машину залез внутрь? Все, прыгай, ты не во мне, ты в машине, прыгай. Так, ну что ж, на самом деле, приора тупо уехала вниз. Все, прикинь, снизу, короче, 300 идут какие-нибудь, знаешь, там типа. И на них приора такая прилетает. Теперь не колес, да. Ну что, ну вот гелик, как бы вот, вы видите, что он творит просто. Раз, и мы заехали вообще на изях. Ну, приора почти спасли, но как бы приора переднеприводная, она просто шины лопнули и все. Ну, типа, на самом деле, ну, как бы, я понимаю, что это правильно, что приора переднеприводная, но вообще очень странно, что она переднеприводная на проекте в GTA, ну, как бы, она, ну, блин, она, честно говоря, не прикольная, вот, реально, вот, из-за того, что она переднеприводная, она такая, скорее всего, единственная, но из-за того, что вот именно переднеприводная, она, мягко говоря, ужасная, она вообще не управляется на полной прокачке. Так, X прожми, брат. Прожал? Прожал. Все, прожал, смотри. Мы сделали подъем, на отсервис сделаем экстремальный спуск. Готов? Нормально, давай. Готов, да? Тут справа? Давай. Не-не, мы поедем прям по дороге, но на скоростях, поехали. Ну, я понял, справа по дороге. Да. Так, нормально. Пока все более-менее, почему? Брат. Подожди, мне звонят. Куда тебе звонят? У нас здесь спуск без тормозов пошел, брат, все. Забудь про свои звонки. Нормально здесь. Ну в целом, смотри, мы засейвились. А дверь у тебя нету, братан, если что. А куда я? Опять я на бочине. Что происходит? Нормально, все, я удержался почти. Нормально. Жив, целый орел. Нормально, мы падаем. Нормально, так осторожно. Блин! Нет! Вот там дверь твоя полетела справа. Это не твоя дверь, это была дверь, которая задняя получается. Слушай, ну в принципе нормально. У нас был такой спуск раньше, на самом деле, в GTA, я помню, мы снимали. Хотя он такой есть сейчас, на самом деле. Вот, на елку. Не, нормально. Нормально, на елку. На камушек, брат, на камушек, все в порядке. Так, нормально. Ну, короче, давай, ребят, я думаю, что гелик сейчас с проверкой на оффроуд прям пройдет на ура, потому что, ну, прям вообще, тачка, пушка. Огонь, да. Тачка, огонь. Просто, слушай, у нас тачка, двери есть, мечта. Так, аккуратненько, сейчас мы делаем еще вот так вот. О-хо-хо-хо! Хорошо, ребят, отлично. Ну, слушайте, ну гелик очень классно. То есть, я считаю, что гелик прошел проверку на оффроуд на все 200%. И даже помню, у меня был Чироки, вот Чироки вряд ли прошел бы. А вот гелик прям прошел на ура, прям поэтому по кайфу. А, почему здесь убрали. Кого? Здесь убрали, короче, бензоколонки. Здесь, короче, можно было взорваться. Помнишь, когда мы снимали на Файве? Вот, а здесь получается, что их убрали. Типа, чтобы, видимо, не знаю, почему их убрали. А, здесь типа заправки-то нету. А почему здесь заправки нету? Здесь просто убрали все, теперь здесь нет заправки. Ну, батончики покупают. Ну, покушай, да. Ребят, ставьте лайкусики за такой прикольный ролик, за такой угарный ролик, где мы сделали проверку гелика и приоры. И, короче, приора-то, ребята, оказывается, проверку не прошла. Хотя, возможно, из-за того, что укус просто вафля, и он ее как бы разве. Ну, вообще она выехала, мне кажется. Мне кажется, что ты просто, да. Ну, ты сам вылетел, так-то она проехала бы на изях. Заценимаем, кажется. Все, поехал, короче, я без куста, поэтому да. Ребят, ставьте лайкусики за такой прикольненький ролик, угарники, самое главное. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.